Здравствуйте, уважаемые зрители, друзья и подписчики канала «Рыболовные сети» и «Рыболовные мережи». Сегодня я обращаюсь к вам непосредственно не по теме, случилась неадекватная ситуация, да, незнакомый мне мужчина натравил свою большую собаку на щенков пятимесячных хаски. Неадекватный мужчина произвел просто шок для меня, для нашей семьи. Я прошу вас, кто умеет пользоваться в социальных сетях, придать огласке данные материалы, придать огласке, распространить ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб, кто как умеет, то есть в сфере информационных технологий. 29.07 года, где-то ориентировочно в 10 часов, я повел своих собак, приехал на отдых в Приозерском районе Ленинградской области, озеро Раздолинское, вблизи населенного пункта Колосково. Повел своих трех щенков породы хаски 5 месяцев на водоем напиться водой. Неизвестный мне мужчина неадекватного поведения, по-моему, он был пьян или под какими-то наркотическими веществами, я точно не знаю, подбежал ко мне и громко кричал, что выгул собак здесь запрещен. На что я ответил, что за своими щенками, если они испражнятся, то я обязательно уберу. Здесь нету никаких запретительных знаков или аншлагов. Мужчина грубым образом предупредил меня, что если я сделаю хоть шаг, он спустит собак, и купание здесь запрещено. Я вел своих щенков на привязи, просто на привязи, и уточнил у него, то есть где у вас документация, да, непосредственно документы, разрешающие или запрещающие какие-либо действия на этом участке. Мужчина ответил, чтобы мы проваливали и изучали законы, и с громкими матами побежал к своему домику, находящемуся на берегу озера, что он будет вызывать охрану. Я ему сказал, пожалуйста, это ваше право, вызывайте, пожалуйста, охрану. Мы подошли на край водоема, и я с ладони стал поить щенков. Он спустил с цепи свою большую собаку и дал команду «фас». В моей видимости рядом находились люди, сидели за столиком, да, там, я точно не смотрел, там, они выпивали, там, или раскуривали кальян, видел, кальян стоял у них, да, и рядом прогуливалась женщина с грудным ребенком, но это то, что было в моей видимости, то есть собака метнулась сначала здоровая, я не знаю породу ее, да, там, кавказец или еще что-то, метнулась в одну сторону, потом во вторую, потом подбежала и начала просто трепать рвачина. На что, как бы я и говорил, фу, она не реагировала. Отогнать ее или отпугнуть, или ударить рукой эту большую собаку, я просто испугался. Потому что в эйфории, да, собака могла ухватиться в мою руку, да, разодрать там мою руку, и неизвестно бы, чем это закончилось. То есть жена, как бы там уже с криками подбегала к нам, да, тоже возмущение вся, да, свидетели, моя семья, много было народу свидетелей данного деяния, да, и то есть потом он уже там одумался, этот мужчина, или опомнился, схватил свою собаку там за ошейник и потащил ее обратно на цепь. И вот я как бы недопонимаю, в каком случае имеет человек право в любое время сказать своей собаке фас, то есть рядом люди, рядом дети. Не пойми, что, да, неадекватность данного человека, это просто большое возмущение. Нам пришлось с женой там посреди ночи ехать в ветклинику, то есть собака там выли, там, ну, стонали, скулили, плакали. Да, вся информация непосредственно документов, заявления будет находиться на моей личной странице ВКонтакте, заявление в полицию. Непосредственно заключение ветклиник будут находиться также ксерокопии документов на моей личной странице ВКонтакте. Видео, да, я выкладываю на своем канале YouTube. Призываю вас о помощи, кто в чем-либо может. Я думаю, что это неординарная ситуация.
в какой-то степени связано не только со мной, но и у кого-то было, происходило по жизни, и как-то неадекватность людей, восприятие мира и натравливание большой взрослой собаки даже на щенков, ну, я считаю, это немножко, во-первых, со стороны человеческих отношений, это подло, мерзко и просто нет никаких правовых действий. Когда моя жена звонила по 112, да, ей ответил как общий диспетчер, что он не имел права спускать собаку с цепи. Также дежурные данного участка полиции сказали, что он не имел права спускать собаку с цепи. Когда приехал наряд полиции и начал разбирательство, то он начал резко слезать с данной темы. Якобы его собака сорвалась с цепи. Находясь в общественном месте, две собаки, да, нет намордников, и он якобы начал слезать с этой темы. Прошу в данной ситуации просто вашей помощи в сфере информационных технологий. Спасибо всем огромное.